Дорогие братья и сестры, признаться, я не ожидал, что мой некролог по поводу кончины Игоря Семеновича Кона вызовет столь разнообразные отклики и в таком количестве, потому что цель моего высказывания по этому поводу была совсем другой. Тем более Игорь Семенович на протяжении многих-многих лет был определенным моим оппонентом. И вот потрудился, и прочтя практически все отклики, я решил в этой дискуссии поставить точку, но считаю своим долгом высказаться вообще об этой теме, потому что какие там вот проблемы такого пасторского плана встают в обсуждении вообще этой темы. Во-первых, никак для людей, которые являются людьми библейской традиции, будь то христиане, будь то мусульмане, будь то иудеи, авраамической традиции, то этот вопрос ясен, потому что откровение Божие совершенно высказывается об этом очень ясно и конкретно, осуждая педерастию, мужеложество как грех, причем очень тяжкий. И доказывать о том, вернее, правильно сказать по-русски, доказывать то, что это является извращением, просто тут нет никаких трудностей. Если человек вместо воды пьет синильную кислоту, а вместо хлеба ест песок, и вместо того, чтобы пить коктейль из стакана с трубочкой, он делает себе клизму, хотя, так сказать, возможно и так питаться, то это называется извращение, потому что предполагается Богом, наше тело создано определенным образом. Для прохождения пищи внутрь желудка сначала поступает в рот, где она пережевывается, потом идет по пищеводу, попадает в желудок, а потом в кишечник. Потом все ненужное выходит наружу. Если человек использует свое тело иначе, то это называется извращением, потому что используется совершенно не по назначению. Потом второе. Совершенно не случайно Бог создал человека по образу своему и по подобию, и поэтому человек имеет три ипостаси. Мужскую, женскую и детскую. И только союз мужчины и женщины является семьей, из которого происходит потомство, и таким образом человек выполняет заповедь Божию: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Поэтому все остальное – это восстание, это извращение своих ипостасных свойств. Когда мужчина превращается в женщину, а другой мужчина превращается в демона, который испытывает влечение к существу своего пола, а тем паче к ребенку. Это есть восстание внутри человеческой троицы на самого себя. Конечно, каждому человеку, если он не в состоянии покаяния, довольно трудно выслушивать такие слова, которые свидетельствуют о том, что он является грешником перед Богом. Когда человеку говорят о его каких-то ущербах, извращениях, грехах, у человека два пути только. Первый – это раскаяться и встать на нормальный путь. Или второй путь – уничтожить того, кто это говорит. Поэтому Евангелие
оно об этом и пишет. И Иоанна Предтечу, и до него всех пророков убили за то, что они говорили то, что есть. Но это не нравилось. Самого Христа убили за то, что он говорил не то, что люди хотели слышать. Поэтому я совсем не удивлен, что некоторые отклики можно все собрать под параграфом «чтоб ты сдох». Это нормально. Это нормальная реакция. Потому что правда колет глаза. Что тут сделать? Нужно либо удалить правду, тогда она не будет колоть глаза, либо вынуть из глаза то, что его колет. К сожалению, человек, и не только педерасты, и алкоголики, и наркоманы, те, которые не осознают себя больными, они защищают свою позицию. Но для алкоголиков самое распространенное выражение «на свои пью, кому какое дело». Это же всем известно общее место. Потом на что еще обратил внимание? Некоторые ребята говорят, а я вот с детства испытываю такое влечение. Но некоторые с детства подвержены таким вещам, как клептомания. Но это же не значит, что воровать хорошо, даже если такая тяга. В человеке есть влечение доброе, созидательное, есть влечение разрушительное. И с этим ничего не поделаешь. И созидателя нужно в себе культивировать. Нужно культивировать творчество, трудолюбие, всяческое развитие, умственную деятельность. А порочные, там, злоба, сквернословие, там, насмешку над ближним, превозношение, нужно в себе, зависть, там, ревность, нужно в себе искоренять. Тогда правда не будет колоть глаза. И как бы те люди, которые оказались моими оппонентами, не возмущались, но пить синильную кислоту и заедать морским песком, это не значит питаться. Поэтому если у человека есть какие-то порочные влечения, а эти влечения, они порочны, более того, они выводят человека вообще за рамки человечества. Потому что...